Друзья, всем огромный-огромный привет! В сегодняшнем выпуске я расскажу, как я буквально за месяц избавилась от суставной боли. Кому интересно, оставайтесь со мной, не переключайтесь. Но перед тем, как я начну свой рассказ, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Не забывайте, пожалуйста, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А видео у меня выходит практически каждый день. И с каждой темой все становится интереснее и интереснее. Конечно же, если вам видео это понравится, ставьте лайки, комментируйте. Ну что, приступаем? Перед вами на экранах лежит уже отваренное ухо. Значит, как я его отваривала? Я его хорошо вымыла, почистила, как смогла. Чистила, конечно же, очень-очень долго. Вот. И отваривала в двух водах. Первую воду я слила, она была очень такая грязная. Ну, как грязная, там пена была туда-сюда. И бульон мне показался очень жирным. Я его слила и залила второй чистой водой уже кипятком. Добавила соль по вкусу, специи для свинины, для мяса, лавровый лист. Вот, и варила его в течение 2 часов. Далее, когда ухо сварилось, газ выключила, уши достала, вот, остудила, нарезала, и можно, в принципе, кушать. Но рассказываю рецепт, как я за 1 месяц избавилась от суставной боли. Значит, смотрите. Мне когда-то, где-то пару лет назад, очень хорошая врач посоветовала мне кушать хрящи. Я их раньше вообще как-то не воспринимала, даже вообще, ну, не ела. И вот буквально за этот период я избавилась не только, у меня коленка иногда побаливает, но а также еще болит спина. Тоже избавилась от боли, но это нужно делать в комплексе. Тогда подвижность суставов будет не такой ограниченной, и ваши суставы будут сиять новой жизнью, новой силой, вот, и новой здоровой подвижностью. И для того, чтобы эффект был намного круче и лучше, я добавляю вот в такие вот блюда вот такую вот специю. Видно? Во, видно. Я вижу, что вам видно должно быть. Эта специя называется куркума. Это индийская приправа. Я думаю, знают ее многие. И я просто вот так вот брала, и сейчас так делаю, и вот так вот слегка посыпаю и кушаю. Эта приправа очень полезная. В ней очень много микроэлементов, разных витаминов. Ну, короче говоря, если вам интересно, то можете зайти в интернет и почитать про эту чудесную приправу. На этой приправе, на ее основе делаются также различные мази для суставов. И что я вам хочу сказать, очень даже успешно применяются в народной медицине. Так что вот так вот, мои хорошие, кушайте целый месяц хрящики разные, ушки, хвостики, вот, а также грызите косточки, и все у вас будет хорошо. Это же самый натуральный коллаген, который так требуется человечеству, не только больному, но и здоровым людям, для профилактики своих суставов. Здесь, конечно же, тоже присутствует желатин, тот, который продается в магазинах, в супермаркетах. Вот. Так что кушайте. А также можно добавить сюда и лук, и чеснок, и имбирь, и зелень свежую. Петрушка прекрасно подойдет, кинза. Так что наслаждайтесь, кушайте, и уже спустя месяц ваши суставы вам скажут огромнейшее спасибо. Конечно же, ни в коем случае не отменяйте никакие лекарства. Вот, это все, как говорится, в комплексе нужно делать. И если вы, мои хорошие, не верите мне, что можно излечить суставы вот таким вот прекрасным, вкусным способом, то можете спросить у любого ответственного, хорошего врача. Он, конечно же, подтвердит мои слова. А вам желаю, прежде всего, крепкого здоровья, не болейте, чтобы вы были всегда полны энергии, полны духа. Счастья вам и мира над головой. Всего вам хорошего. С вами была я, Алина, и мой канал «Новинки от Алины». Еще раз хочу напомнить, ставьте, пожалуйста, пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал.
кто еще не подписан. И, конечно же, не забывайте комментировать и не забывайте нажимать на кнопку колокольчик, чтобы не пропускать мои интересные и очень полезные советы. Все, пока-пока! Какая красота! Вы только посмотрите! Вот оно такое, все аж дрожит прям. Все прекрасно сварилось, все такое мягенькое и очень-очень ароматное и очень-очень вкусное. Советую вам приготовить такое ухо, и я уверена, вы его оцените по достоинству, особенно гурманы.